острый перец, хабанера на ранее пиканты. Это хабанера оранжевый пикантный. Это один из самых, вот он, один из самых знаменитых во всем мире. Он высокоурожайный. Очень много плодов на нем. Такие кусты могут достигать высотой около метра. Это если будете выращивать их в теплице. У меня они где-то не выше 40 сантиметров. Очень высокоурожайный. Очень много плодов у него. Такие вот продолговатые оранжевые плоды. Очень хороший сорт. Острота у него где-то от 200 до 4000 по шкале Сковеля. Высаживать его надо будет с 10 по 20 февраля. Это высевать на рассаду. И высаживать, как только пройдут первые заморозки. Вот такой вот интересный кубовидный перчик. Вот он. Первые плоды вы будете собирать с середины августа. Вот он начинает плодоносить, середина августа. Такой хороший. Можно делать с него любые соусы. Также можно его консервировать. У него специфический запах такой, вкус интересный. Аромат немножко есть цитруса и таких копченостей. Срок созревания плодов где-то около 100 дней. Это со дня высадки рассады в грунт. Это очень популярный сорт. С ним можно делать как соленье. Я говорю, так можно делать любые соусы. Можно выращивать как в комнатных условиях. Он будет где-то сантиметров 50 в высоту. Но я выращиваю в открытом грунте. Также можно в теплицах.